Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Если ранее гражданин лишался водительского удостоверения, его не допустят к экзаменам на право управления. Да, есть такие особо находчивые граждане. Это и еще 5 оснований для отказа в допуске к испытанию содержатся в новом административном регламенте, подготовленном МВД. Вот они. Неправильно составлены документы или в них содержится недостоверная информация. Документы имеют признаки подделки или были похищены. Не оплачена госпошлина. Автошкола не имеет лицензии. И, наконец, еще одна причина с общей формулировкой «не соответствует требованиям». Трасса 101. Там же в проекте нового регламента содержится норма о том, что сдавать экзамены на право управления автомобилем можно будет с 16 лет, как сейчас на мотоцикл. Для этого потребуется в том числе письменное согласие одного из родителей или другого законного представителя несовершеннолетнего. Впрочем, это особо ничего не меняет. За руль все равно пустят только после наступления 18 лет. Трасса 101. Land Cruiser 300, то есть следующее поколение всемирно известного японского внедорожника, компания Toyota собирается представить весной 2021 года. Автомобиль якобы сделают на той же платформе, а вот по части трансмиссии, подвески и двигателей ожидаются существенные доработки. Машина может получить гибридную силовую установку, состоящую из электромотора и шестицилиндрового турбированного бензинового агрегата объемом 3,5 литра. Будущее знаменитой «восьмерки» под вопросом. Добавлю, цены на Land Cruiser 200 сейчас начинаются от 5 238 тысяч рублей. Трасса 101. Власти еще одного региона России отменили транспортный налог для электромобилей. Это произошло в Башкирии. Нововведение будет действовать в течение 3 лет. Распространяется оно только на один электрокар, находящийся в собственности физлица, либо юридического. То есть, если гражданин или организация владеют несколькими зелеными автомобилями, то льготу можно получить лишь на один из них, по выбору. Добавлю, по данным агентства «Автостат», в этом году россияне приобрели около 500 новых электромобилей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.